Казахстанцы стали реже хранить свои сбережения в долларах. С начала года долларизация депозитов снизилась с 43,1% до 40,8%. Снижение показателя наблюдается также в корпоративном и розничном секторах. Об этом сегодня сообщили в Нацбанке. Чем объясняют тенденцию экономисты, расскажет моя коллега Фариза Булатбек. Фариза, добрый день. Мариам, добрый. Причина одна, говорят некоторые эксперты, это повышение базовой ставки. Комментарий будет чуть позже, сейчас хочу обрисовать общую картину. Согласно данным Нацбанка, за 10 месяцев этого года депозиты в банковской системе выросли на 15,3%, это достигнув на 22 триллиона тенге. И вклады в нацвалюте значительно превышают вклады в иностранных деньгах. Тенговые депозиты выросли на целых 20%. Тогда как валютные всего лишь на 9,2%. И сейчас комментарий экономиста по базовой ставке. В марте этого года Нацбанк увеличил базовую процентную ставку сразу до 12%, в связи с чем банки подняли уровень ставок вознаграждений депозитов. В этот момент многие вкладчики переоформили свои договора и перевели свои сбережения на другие счета. Кстати, специалисты не советуют держать свои сбережения только в нацвалюте. Подобные рекомендации мы слышим уже почти на протяжении 10 лет. Предпочтительнее открывать мультивалютную корзину. Только так можно избежать потерь, связанных с разными внешними факторами, отмечают эксперты. Мариам, раньше, кстати, неоднократно поднималась тема выгодности вкладов в китайских юанях. Ты рассматривала такой вариант? Ну, ты знаешь, Фариза, спасибо за вопрос, но не рассматривала. Спасибо, я продолжу.